Спасибо. Уважаемый Шавкат Мирамонович, в первую очередь хочу выразить благодарность за приглашение и за гостеприимство. Я очень рад вновь побывать в Самарканде. Хочу выразить благодарность за поздравления в связи с победой Азербайджана в Отечественной войне. Мы очень ценим отношение братского узбекского народа, ваше лично, к нам, к нашей стране и к тому, что Азербайджан восстановил справедливость. И во время войны мы чувствовали поддержку, и после. И, конечно же, еще раз хочу выразить благодарность за инициативу построить школу в освобожденном от оккупации городе Физули. Это первый иностранный вклад, помощь в деле восстановления территорий. И мы это очень высоко ценим. И как мы с вами только что обменялись информации, строительство уже началось. И это будет школа, символизирующая братство наших народов. Мы на самом деле за последнее время намного сблизились. Думаю, что это тоже воля наших предков, и это в русле тех исторических связей, братских связей между нашими народами. Я за 7 месяцев третий раз посещаю Узбекистан, и каждый раз посещаю с большой любовью и большим уважением к вам лично и к братскому узбекскому народу. И рассказываю после посещения о тех огромных достижениях, которые Узбекистан добился под вашим руководством. Достаточно посетить Ташкент, Хиву, Самарканд. Я уже достаточно хорошо знаком с Узбекистаном и должен сказать, что уже однозначно можно констатировать, что Самарканд превратился в важный международный политический центр, потому что здесь проходят различные международные мероприятия мирового уровня с участием мировых лидеров, и поздравляю с этим тоже. И, конечно, те темы, которые вы обозначили, они на повестке дня. Мы с вами договорились, что будем контролировать выполнение наших решений. И, как вы отметили, по всем направлениям идут хорошие процессы.